Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Софья Евдокимова. Довольно часто при разговорах с педагогами, с родителями, мне приходится слышать не очень приятную для меня фразу «трудные дети», «трудный подросток». Вы можете спросить, почему эта фраза для меня неприятна? Дело в том, что я считаю, с любым ребенком, подростком всегда можно найти контакт. Как же случилось, что вчерашний послушный ребенок вдруг стал трудным? Слушая взрослых, мне всегда вспоминается небольшой, но очень правильный стих. Автор Давидович. «Кто-то когда-то должен ответить, высветив правду, истину вскрыв. Что же такое трудные дети? Вечный вопрос и больной, как нарыв. Вот он сидит перед нами, взгляните, сжался пружиной, отчаялся он, словно стена без дверей и окон. Вот они, главные истины эти, поздно заметили, поздно учли. Нет, не рождаются трудные дети, просто им вовремя не помогли». Часто родители в своей речи, говоря о ребенке, используют такое выражение: «Я не могу понять, в кого он такой». Я думаю, что надо просто подойти к зеркалу и посмотреть, и там увидеть именно того, в кого ребенок. Я открою вам важнейший секрет воспитания, который гласит: «Не воспитывай детей, все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя». Ведь характер ребенка – это слепок с характера родителя.